Два человека погибли, трое пострадали в результате аварии в Кумтаркалинском районе. Там сегодня столкнулись сразу три автомобиля. По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель автомашины ВАЗ 9 модели. Именно он, по версии дорожных полицейских, не смог справиться с управлением и столкнулся с большегрузной фурой и автобусом. В результате ДТП травмы получили 5 пассажиров легковушки. Позже двое из них скончались в больнице. На месте аварии работают полицейские.